Сборная Казахстана по пароволейболу провела мастер-класс в Уральске. Основная цель мероприятия – поднять уровень этого вида спорта, а также пропагандировать здоровый образ жизни. Среди игроков есть и ветераны спорта. Организаторы отмечают, что сегодня паралимпийцам необходима всесторонняя поддержка, чтобы эти спортсмены имели равные права наряду с другими. Мы должны довести до уровня, до такого, чтобы наши Западные Казахстаны были так обеспечены со всеми условиями, со всеми финансовыми условиями, и чтобы могли все турниры, все чемпионаты Казахстана, все кубки ездили и набирали опыт. Эти люди – пример для многих. Своей силой и волей они доказывают, что можно добиться высоких результатов в спорте, имеют за плечами ряд наград. Этим видом спорта я занимаюсь более 20 лет. Приехали показать мастер-класс. Это основной косяк сборной Казахстана. Сейчас пришел в сборной Атырауской области. 11-кратные чемпионы Казахстана. Все участники национальной сборной. Чемпион, бронзовый призер азиатских игр. Сейчас спортсмены готовятся к участию в чемпионате мира по пароволейболу, который должен состояться в Европе в ноябре текущего года.